Известный факт, что успешные люди не всегда вырастают из отличников. Образование знаменитостей не является гарантией популярности. Среди знаменитых людей достаточно тех, кого по разным причинам выгоняли из школы. Именно о них и пойдет речь в сегодняшнем видео. Голливудский актер Джонни Депп часто переезжал и менял школы. К 15 годам парень успел попробовать наркотики, из-за которых начал прогуливать школу, а затем его исключили. Но опуститься на самое дно ему не давало новое увлечение – игра на гитаре. Депп организовал рок-группу «Детки». Занятия у престижных педагогов не спасли Пэрис Хилтон от пробелов в успеваемости. За плохие отметки и поведение ее выгнали из школы. Знаменитость не огорчилась и посвятила освободившееся время походам по магазинам, гламурным фото и развлечениям. Но кто знает, кем бы стала светская львица, если бы не была дочкой миллиардера. Лев Троцкий с раннего детства проявлял ораторские способности. Будучи 10-летним подростком, он подговорил одноклассников в одесской школе освистать преподавателя. Учился Троцкий на пятерке, но это не помешало исключить его из школы. Правда, продлилось изгнание недолго, его быстро восстановили. Актер, продюсер и сценарист Оуэн Уилсон не всегда был положительным героем. В средней школе будущую звезду Голливуда застукали на списывании контрольной по геометрии. За позорный поступок парня выгнали. Рассел Брэнд в юности пользовался популярностью у противоположного пола. Его отчислили из школы из-за приглашения девочек в комнату и издевки над преподавателем. Талантливый изобретатель Томас Эдисон в детстве не отличался яркими способностями. Однажды он принес домой из школы записку. Прочитав, мама расплакалась, в записке говорилось: «Ваш сын умственно отсталый, мы не можем больше учить его в школе вместе со всеми, поэтому рекомендуем вам учить его самостоятельно дома». Характер лидера фашистской Италии Бенито Муссолини был вспыльчивым с раннего возраста. В 9 лет будущий диктатор отправился учиться в католическую школу-интернат. Чтобы быстрее вернуться домой, маленький бунтарь пырнул ножом ученика интерната, за что его быстро отчислили. А как вы себя вели в школе? Были ли вы на грани отчисления? Если вам понравилось видео, ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал, чтобы не пропустить новые выпуски.